Salam uşaqlar və bu gün rus dilidir 4-cü sinif üçün. Здравствуйте, ребята. У нас русский язык для четвёртых классов и урок 21. Uşaqlar, 21-ci dərsimizdir və burada şeir verilib. Gəlin oxuyaq. Mən birinci oxuyuram, ondan sonra da tərcüməsini verirəm sizə. Мама - первое слово. Главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе. Так бывает, если случится вдруг в доме вашем горе беда. Мама самый лучший надежный друг, будет с вами рядом всегда. Шахлар. Мама первое слово я не она или ксезин Главное слово в каждой судьбе, yani hər birimizin taleyində bir əsas sözdür. Mama zhizn podarila, yani o həyat verdi bizə. Mir podarila mne i tebe, yani dünyanı mənə və sənə verdi. Tak byvayet, yesli sluchitsya vdrug v dome vashem gore beda. Yani deyir, birdən ə, evinizdə bədbəxtlik baş versəm. Мама самый лучший надёжный друг будет с вами рядом всегда. Yani ana ən yaxşı və etibarlı dostdur, həmişə sizinlə yanınızda yana yəni, olacaq deyə. Biz tərcüməsini verilir. Uşaq və təzə sözlərimiz var. Sudyba - taleydir. Qori bida - bədbəxtlikdir. Nadёzhny - etibarlıdır uşaqlar. Vsegda, həmişə budit ryadom yanında olacaq. Sluchilsya vdrug, birdən baş versiyada verərsə. Vaq belə uşaqlar və gəlin birinci tapşırığımıza keçək uşaqlar. Найдите в стихотворении слова, которые отвечают на вопрос: "Что?". Составьте с ними два предложения, uşaqlar. "Что?" ilə bir nə sualına verilən sözlər seçməliyik burdan və gəlin seçək uşaqlar. "Что" deyə Бурда что на слово, что слово, все судьба, что судьба, что жизнь, где мир, что мир, сюль, ага, дом, дом, где что дом, горе, что беда, что диапиз, Суалвелий. ага, вебеля, индепуларнан шахлар ики cümlə yazmalıyıq biz bu sözlərlə. Gəlin yazaq. Məsələn, götürək hansı sözü uşaqlar? Aha. Məsələn, mir sözü götürək. Sül yazmalıyıq ki, "мы хотим чтобы чтобы всегда Всегда был мир. Ты стерейки хэмша сюрхулсун. Вэ, мэсэлэн, жизнь сёзюйнэн язах. Жизнь прекрасна. Это кёзэльд язах. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Ах, теперь сестра Язапилярь Шахлар. Видите, я и кензитаб Шахлар называю. Подберите к названиям Шахлар. Алим, да, Шахлар, Рамьяни. Ага, Нархат и Бряс. Подберите к названиям а ага, а, а предметов слова, которые отвечают на вопросы какой, какая, какие. Бележки, кинзит, басуаллар, анзап. ə sifətə aid tələmat bildirən sözlərə, yəni priloqatelni. Aha, gəlin ə, bunları şifahi şəkildə mən sizə deyim, ya da istəyirsiniz ki, gəlin yazaq. Ola bilər ki, ev tapşırığı kimi sizə verildi bunlar. Gəlin yazaq. Və ə, ə, burada birinci də nə görürsünüz? Uşaqlar şəkildə məktəblı çantası, portfel. Gəlin yazaq portfel. Mən yazıram. Какой, какая, væ, какие olmalıdı? Və ikinci tapşırıqdır uşaqlar. Aha, portfel, uşaqlar, portfel kakoy? Sinni. Tə yaz. A, sual veririk. Kakoy? Sinni portfel bilirsiniz ki, kişi dinisi olduğuna görə kakoy deyə sual veririk, düzdürmü? Yəni sinni portfel deyə yaza bilərik. Sinni portfel. Portfel. Я да, портфель синий, дай я заберу портфель. Какой синий, дай я, дай я, я заберу. Бах, беля, ики дзюр, я не я заберу. Мен гер, Портфель. Портфель. Какой. Портфель какой. Синий. Или гелям, будь дзюр, я зах. Сез дай паша чуша, Хлеб. Хлеб. Чоряй. Чи джинсина айта это ме сами дай кутара. какой дия да суал Хлеб какой? Какой? Это язык свежий, тазя. Свежий. Тазя чурей. Сонгра Перец. Теперь. Перец. Перец так какой? Горький. Аджи. Какой? Горький. корки переставляя білярсінз корки перес соңра шар язырап шар бу да киşi cinsinə aidddir samitlə qutarır kakoy diye koydiya sual verə şar kakoy goluboy maviy goluboy diye yaza bilərik bunu və evet, keçək knigi knigi burda 2 dənə kitab var yəni cəmdə knigi Какие? Какие книги? я Какие книги? Шахлар. Например, интересный Марахла усу. Книги какие? Интересные. Интересные. Ты я, я Вя, сонгра, шахлар. Капуста, чаля. Капуста. Она моя. Кадензинсенда. Я Какая дия? Пис. Суал верить. Капуста какая? зеленая, яшел. Зеленая. Я язарах. Ага, вишня. Албала, вишня. Вишня, она моя, кадензенсина, яйна, кутараш. какая тья, пиз. Суал верить, шахлар. Вишня, какая? А, месерен, за беляришки Вкусная, тадлы. Вкусная. Aha. Sorau uşaqlar. Redis, tırp, redis. Redis kakoy? Kakoy? Yazaq, məsələn, krasny, qırmızıdır. Krasny. Krasny yazaq. A soqran. Grib, uşaqlar, grib. Göbələk, grib. Kakoy? Grib kakoy? Deysualverih və məsələn, yazırıq bolshoy. Böyükdür. большой. Пеля. Сора, например, ежевика. Ежевика. Какая? Какая? ежевика? Сладкая, язрах. Сладкая. вятыква, тыква. Тыква. Шаглар. Тыква какая? Кадензинс на айт олдуна юра. Какая? Диасуал Тыква какая? Желтая. Сара диа язах. жёлтая. Баq belə uşaqlar. Və keçəy 3-cü tapşırığımızda, 3-cü tapşırıqda da: Напишите, вставляя пропущенные буквы, вставляя в два столбика слова, которые отвечают на вопросы кто и что. Deməli, birinci yazaq hansı? Hmm, burada çatmır hərflər, onları. Şafor deyəndə o yazılır, uşaqlar. Şafor, amma a deyilir. Stadion i Заяц, виноград, ребенок, звезда, зима, собака, театр. Шахла. Ага, сонгра, кто что? Пикеля, дядвер, курур, сонгра, кто? Перенда, что? Ханс, ким, не Шофер, кто? Стадион, что? Заяц, кто? Виноград, что? Ребёнок. Кто? Звезда. Что? Зима. Что? Собака. Кто? Театр. Что? Виə uşaqlar yaza bilərsiniz. Aha. 4-cü. Составьте словосочетания по образцу, потрепеть их в предложении. Uşaqlar burdadır. Biz belə tapşırıqlar yazmışıq. Deməli, həm qadın, kişi cinsində, qadın cinsində, orta cinsdə, həm də cəmdə yazmalı. Deməli, пишем ребята в женском роде, в мужском роде, в среднем роде и во множественном числе. Кияling yazaq uşaqlar. Bu da 4-cü tapşırığımızdır uşaqlar. Aha. Высокий дом. Deməli, высокий дом kişi cinsində də elə də qalır. Высокий высокий дом kişi cinsindədir. Qadın cinsində qara Гора какая? Высокая. Высокая. Гора. Здание. Здание какое? Высокое. Высокое. Здание. Чуньки здание. Орт один. Здание. Деревья. Какие? Высокие. Высокие. высокие деревья. Hündür ağaclar, dərviya. Aha. Və gəlin buna da bir ə, cümlə yazaq. Məsələn, yazaq ki, в парке высокие деревья. В парке, parki, высокие, vysokiye, деревья. Dərviya deyə yaza bilərik. Sonra весёлые веселый веселый человек для Докалер человек какой высокий чунки человек человек какой веселый я на шутка она моя шутка какая веселая веселая шутка веселая шутка ага настроение настроение оно мо, настроение какое веселое веселое настроение настроение и ребята ребята какие веселые друзьям форма с тем во множественном числе веселые веселые ребята ребята Весёлые ребята, ушаклар. Вэ гэлин жумлэ курах, мэсэлэн. Мои друзья, весёлые ребята. Мям достарım, çox şirin uşaqlardır. Мои друзья. Мои друзья. Друзья, весёлые ребята. Весёлые ребята. Ребята, див. Biz yaza bilərik, uşaqlar. Mənim dostlar, vəsiyəli rəbətə. Əziz uşaqlar, keçək 5-ci tapşırığımıza. 5-ci tapşırıqda: "Составьте предложения с данными словосочетаниями". Burada söz birləşməsi verilib, uşaqlar. 1 uchebnik, 2 knigi, 4 tovarişa, 10 karandashi. 1 uchebnik bir dərslik, 2 knigi 2 kitab, 4 tovariş 4 yoldaş və 10 karandashi 10 karandaşdır. Və gəlin bunlardan cümlələr quraq. я я купил один учебник. Я купил, убежен, шрам из я я купил, купил один учебник. Один учебник. Я, я Ага, две книги. У меня две книги. У меня две книги. Книги. Я, я шахлар. Ага. Сонгра, четыре товарища. Четыре товарища пошли в кино. Четыре товарища пошли, пошли в кино. Угу. десять карандашей. Мама мне купила десять карандашей. Ты я забираешься. Мама купила, мама купила мне. Десять, десять карандашей. Карандаши. Десять карандашей. Вахперел, шахлар, вякий чай. Ага. Və keçək 6-cı tapşırığımıza. 6-cı tapşırıqda da: Сравните картинки. Чем они похожи, чем отличаются, ушаqlar? Burda şifa edən sizə başa salım. Aha, 2 dənə şəkil verilib. Deyir ki, nə ilə oxşuyurlar? Onlarda hansı bir, ın, yəni, bir-birinə oxşuyurlar mı? Nə var burada? Və birinci şəkildə, uşaqlar, zdes, naprimer, krasnaya komnata, a zdes zelyonnaya komnata, uşaqlar. Zdes komp'yuter, i zdes komp'yuter. Здесь кошка, а здесь кошки нет. Здесь брат и сестра, баже карта, что а здесь братья, братья. Они учат уроки, демели, Они учат уроки, булар дарс, чалшалар Ама буллар, братья играют в компьютер. Ой, ну и бах, файт, анша, 56-cı səhifə burdadır. Şəkil verilib və yazılıb ki, составьте рассказ по картинке на тему я помогаю маме. Mən anama kömək edirəm deyək isə bir mətn. Şifai mən sizə deyim necə ə, demək lazımdır? Я помогаю маме. Demək lazımdır ki, məsələn belə deyə bilərsiniz. Я очень люблю помогать маме. Сначала я делаю уроки. а потом иду в кухню. Мама готовит борщ. Я помыл овощи, мама очень рада. Демяли, я забеляшся, Я очень люблю помогать маме. Демяли, мяна Сначала я делаю уроки, беринди земя. Я ус дёрстларымы yazıram, sonra gediram mətbəxəyə, apotomi dov kukhnyu. Mama gotovit borsh, ana borsh pişirir. Ya pomyl ovoshi i men tərəvəzləri yumuşam, mama ochen rad, anam çox şad oldu. Və uşaqlar 6-cı, 8-ci tapşırıqda uşaqlar burdadır, dialoq gərək şifai. Qurasınız ki, skoro у вас день рождения, sizin ad gününüzdür. Вы обсуждаете с родителями, как будете его отмечать. Və sizin ad gününüz olduğuna görə, ə, deməli, siz ə, valideynlərlə onu məsləhətləşirsiniz və orada məsələn, necə ə, deməlisiniz? Məsələn, dialoqdur. Siz və ana, ata ilə danışırsınız. Мама, папа, у меня скоро день рождения. А, можно я позову своих одноклассников? Улармен, мен синип йолдашларыма, мэсэлэн, дэвэт она Ана валдейна Тир. Да, конечно, можно. А кто придет? Мэсэлэн, о да садалы, садалы я билэрсэнгэз. Айнура, Лала, Урхан. məsələn Elxan deyə siz hamsın deyə bilərsiniz və məsələn Bir də belə bir söz işlədə bilərsən. Mama, можно я украшу дом шарами? Ana, onlar mən evi, məsələn, şarlarla bəzəyim. Bax belə bir dialoq qura bilərsiniz. Və 9-cu pročitajte poslovitsu: Сердце матери лучше солнца греет. Uşaqlar, ə, Azərbaycan dilindən tərcümədə ə, belə olacaq: Ananın ürəyi günəşdən də güclü isidir. Mənasını verir. Aha, və 10-cu Переведите слова подарить. Подарить. ходя Главный эсас. Вдруг. Бирден. Настроение Афалрухия. Летать. Учмах. Здание. Бина. Прийти. Гельмяч. Положить. Коймах. В. Он беренди. Тапшир. Звар. От цветка к цветку летают, а устанут Отдыхают. Гюльдан, гюля, уцулар. Э, Йорланда, да. Бабочка. я пенэх, бабочка Бабочка, я язрах. Э, давайте улыбнемся. Бунда, ухуемся. Э, девочка пришла к соседке и говорит. Мама заболела и хочет клубничное варенье. А во что тебе положить? Ты взяла стакан или блюдце? Да ничего не нужно, я тут съем. Пахпеля, ушаглар, пизим, ирми, биринди, дарсим, испеля, ечун, лашты, ве, гелян, дарстарда, кюршари, до свидания, ребята. Не забывайте подписываться на мой канал и в комментариях писать свои желания. До свидания.